Приветствую вас на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы kabar.asia. Тема нашей сегодняшней дискуссии – это влияние глобального изменения климата на страны Центральноазиатского региона и то, какие последствия мы уже ощущаем на себе. Мы также поговорим о том, что делается для того, чтобы снизить риски от последствий и что нужно сделать еще. Или, может быть, уже ничего не поможет, и нам следует быть готовым к еще более жестким последствиям. Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать сегодня вместе с нашими уважаемыми экспертами, экологами, специалистами в области изменения климата из 4 стран Центральной Азии. Из Казахстана с нами сегодня на связи Людмила Петрова, директор общественного объединения «Ангел», имеющая более 20-летний опыт в разработке, управлении, реализации по множеству социально значимых и экологических проектов. Людмила имеет большой опыт в проведении информационных экоакций, кампаний для населения по вопросам изменения климата, энергосбережения, химической безопасности, снижения вредного воздействия от полиэтилена, участия общественности в принятии решений, общественный мониторинг и других проблемах. О ситуации в Кыргызстане нам расскажет климатолог-метеоролог Зоя Кретова, которая более 15 лет занимается проблемами экологии, и последние 5 лет она работает в качестве эксперта по изменению климата для различных международных проектов. Она занимается просвещением общественности, молодежи, журналистов по вопросам изменения климата и его влияния на жизнедеятельность людей. Из Таджикистана сегодня с нами на связи эксперт Анвар Хомидов. У него более 20-летний опыт в области гидрометеорологии, изучения изменения климата, управления окружающей средой, управления стихийными бедствиями, водными ресурсами. Он участвовал в разработке стратегических планов и программ в области охраны окружающей среды, национальной программы адаптации к изменению климата, продвижения технологий сокращения выбросов парниковых газов, управления водными ресурсами, возобновляемыми источниками энергии. Анвар Хомидов работал на руководящих должностях в Агентстве гидрометеорологии и Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Он также является соавтором множества ключевых документов по изменению климата в Республике Таджикистан и автором множества научных статей, за одну из которых «Изменение суточных температур и экстремальных осадков в Центральной и Южной Азии» он получил престижную награду Science Leader Award в 2015 году. Из Узбекистана с нами сегодня должен к нам присоединиться профессор Сайдрасул Сайдакбарович Сангинов. Он ведущий консультант комитета по вопросам развития Приоралья Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан. Он является заместителем председателя исполкома Центрального Кенгаша экологического движения Узбекистана и исполняющий обязанности руководителя аппарата исполкома этого движения. Сайдрасул Сангинов входит в состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Кабинете министров Республики Узбекистан, а также с 2018 года по настоящее время он член Международной академии наук по экологии и безопасности человека. Из Таджикистана с нами сегодня также эксперт, эколог, которого хорошо знают все, кто занимается проблемой экологии в Таджикистане, это Тимур Идрисов, один из основателей экодвижения в Таджикистане. Тимур Идрисов имеет многолетний опыт работы в общественном природоохранном движении Таджикистана. Свою деятельность по изменению климата он начал в 2006 году. Принимал участие в информационной кампании по ратификации Республикой Киотского протокола. Тимур в качестве представителя общественной организации участвовал в ежегодных конференциях стран-сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, а позже стал инициатором создания сети НПО Таджикистана по изменению климата. В настоящее время Тимур работает в качестве старшего советника в экологической организации «Маленькая земля» в Таджикистане. На протяжении многих лет он разрабатывает, руководит и координирует проекты «Маленькой земли» в области устойчивой энергетики и адаптации к изменению климата в местных горных сообществах Таджикистана. Добро пожаловать, уважаемые эксперты! Спасибо за то, что приняли мое приглашение
и присоединились к нашей дискуссии. Прежде чем предоставить слово нашим уважаемым экспертам, я хочу обратить ваше внимание на то, в какой реальности мы сегодня сидим, на сегодняшнюю погоду в Душанбе, откуда я веду эту встречу. Прекрасные горные пейзажи из окна нашего офиса, они сегодня скрыты от нас плотной пыльной дымкой, и наших замечательных гор не видно ни с какой стороны. У меня аллергия от пыли, она мешает мне нормально функционировать, глаза слезятся, и после этой программы я, скорее всего, пойду в аптеку и куплю себе капли для носа или глазные. И такое состояние не только у меня. Если раньше мы сталкивались в Душанбе с такой погодой, может быть, раз в год, может быть, два года один раз, то сейчас почти месяц, каждый месяц или два раза в месяц, вот в июне, например, это уже второй раз происходит, и мы являемся с вами живыми свидетелями того, как с каждым годом непонятно, что нам ждать от зимы, от лета. То зимы очень теплые, то они очень холодные, как вот прошлой зимой. А летом солнце палит все сильнее и сильнее. Засухи, селевые споды и лавины. Тайны ледников. Это то, о чем писали раньше в научных журналах и предсказывали экологи. Вот теперь мы все это видим в наших странах. По-моему, теперь нет ни одного человека, который бы не верил ученым-экологам, климатологам о том, что климат глобально изменяется и что деятельность человека приведет Землю к катастрофе. Так ли это на самом деле? Давайте послушаем специалистов о том, с какими проблемами и последствиями изменения климата приходится сталкиваться странам нашего региона. И первым я хочу предоставить слово Людмиле Петровой, Казахстану. И, Людмила, пожалуйста, расскажите нам о ситуации в вашей стране, с какими проблемами сталкивается в Казахстан в данный момент. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Ну, Казахстан можно смело отнести к стране, которая очень чувствительна к последствиям изменения климата. У нас очень большая территория с относительно небольшим населением. Кроме того, у нас Казахстан богат природными ресурсами, поэтому, в общем-то, наверное, многие не видят необходимости там перехода на ВИО, если у нас еще большой запас природных ресурсов. В регионах у нас очень отличается климат, потому что страна большая. Например, сегодня вот 26 июня, скажем, на юге в Кызыларде у нас 33 градуса, в центральном Казахстане, где я сейчас, у нас 16. Такое вот у нас различие. Несколько недель назад у нас была жара, до 40 градусов также. Еще у нас отличается то, что большие расстояния между населенными пунктами, ну, это также негативно может влиять, например, на какие-то центральные коммуникации, на газификацию, это невыгодно в стране. То есть это все относится тоже как бы к уязвимости. Последствия изменения климата наши граждане уже ощущают на себе. Хотя они еще не понимают этого, что это последствия изменения климата. Просто как-то удивляются, можно сказать. Резкие перепады температур. Вот о чем я говорила. Несколько недель назад была жара, сегодня холодно. Ночью может быть жарко. Ой, наоборот, днем может быть жарко, ночью резко, ну, сравнительно отличается прохладно. Ну, такие еще проблемы, ну, например, наводнение в период весенних паводков, в то же время нехватка воды в летний период. Вот, скажем, даже в нашем сельскохозяйственном районе, городе, где я живу. Засуха, гибель урожая, снижение биоразнообразия, все эти схожие проблемы, наверное, вот и с другими странами. Климатические изменения, они существенно влияют, естественно же, на благополучие граждан, особенно сельского населения, которые составляют большую часть населения нашей страны. Страдают фермерские хозяйства, сельхозпроизводители, уязвимые общины и вызывают большие социально-экономические последствия этого воздействия. В последнее время мы стали чаще наблюдать стихийные бедствия. Ну вот, я уже говорила, наводнение, это касается, например, моего города, где я живу, Атбасар. У нас были в последние вот десятилетия, сказать, в 2009, 2014 году, в 2017 году крупные наводнения, когда были объявлены режим ЧС, а это уже огромный экономический ущерб.
Если еще добавить проблемы с пандемией, которые мы пережили, после которых мы до сих пор приходим в себя, то жизненный уровень в последнее время у нас снижается, можно сказать, качество жизни. Остро стоит обеспеченность кормами поголовья скота, агроформирований и населения сельских районов. Наблюдается снижение урожайности, сложная ситуация заготовки кормов. У нас, вот в частности, это уже наблюдается и в других регионах. Хотя мы северная часть Казахстана, на юге это еще более острая стоит проблема. Снижается объем и качество сена. Вот идет уже камыш, чтобы прокормить скотину. Снижается поголовье скота, гибнут пчелы, а это уже ведет к риску продовольственной безопасности. В последнее время у нас участились лесные и степные пожары, об их последствиях на изменение климата и на здоровье, и на биоразнообразие в целом, наверное, все знают об этом, даже не стоит останавливаться. Еще одной серьезной причиной стремительного изменения климата у нас можно назвать сжигание угля, причем низкокачественного, и к нему добавляется вредный мусор, бытовой мусор, который люди сжигают с этим углем, пластик и так далее. Вот это влияет еще не только на климат, а на состояние здоровья населения и, следовательно, на производительность труда, на качество жизни в целом. То есть государству приходится платить больше, скажем, на лечение людей, нежели чтобы, если будет нация здоровая, и зарабатывать. То есть это очень-очень влияет. Основные такие моменты, наверное, то, что я хотела озвучить. Может быть, потом еще будут вопросы. Спасибо большое, Людмила. Давайте послушаем сейчас о том, какова ситуация в Кыргызстане. Пожалуйста, Зоя Кретова, вам слово. Расскажите нам, как сейчас, что и как в Кыргызстане. Я подготовила презентацию, поэтому прошу вас дать мне возможность демонстрировать мою презентацию. Я как климатолог привыкла оперировать фактами и цифрами. Игорь, пожалуйста, дайте подключите нас к презентации Зои. Или презентацию Зои подключите нам, чтобы мы увидели, посмотрели. А вот все, у меня есть возможность. Сейчас одну секундочку, прошу прощения, кажется, я не запустила. Сейчас. Пожалуйста, мы вас слушаем. Так, изменение климата, конечно, я не буду сегодня делать акцент на тех глобальных, особенно акцент на тех глобальных вызовов, которые перед нами сегодня стоят, немножко сравнительной статистики. Как многим известно, потепление климата характеризуется среди профессионального сообщества таким понятием, как скорость повышения температуры. Вот именно современное потепление характеризуется интенсивным ростом повышения температуры, нежели которое было за всю историю Земли. Если говорить о цифрах конкретных, то в целом на земном шаре температура растет со скоростью, температура воздуха растет со скоростью 0,18 градусов каждые 10 лет. Континент Азия прогревается со скоростью практически в два раза больше, это 0,4 градуса каждые 10 лет. Суммарно страны Центральной Азии медленнее, чем континент Центральной Азии, 0,3. В Кыргызстане скорость потепления 0,25, а вот в крупных городах Кыргызстана скорость растет примерно с той же скоростью, что и на континенте Азии, 0,4 градуса каждые 10 лет, то есть это наши такие климатические горячие точки. На данном слайде приведена таблица из сводного ежегодного сообщения о состоянии изменения климата на территории стран-участниц СНГ, которые готовят Росгидромет на основании данных гидрометцентров. И вы видите, что, так скажем, антилидерами в скорости повышения температуры являются страны низовья, прежде всего это Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Вот мы с Таджикистаном более или менее как-то так спасены, но, вероятно, все-таки такой опосредованный вывод можно сделать из-за наличия ледников, потому что ледники, они все-таки отражают солнечное тепло. Возможно, это связано с тем, что у нас более неразрушены, есть еще все-таки неразрушенные экосистемы. Здесь нужно, конечно, уже причинно-следственную связь проводить такой досконально, но она не представляется возможной, поэтому видя цифры, можно сделать такие предположения. И общим для всех 4-5 стран Центральной Азии является то, что аномально быстрыми темпами теплеет у нас именно весной. Если, опять же, возвращаться к территории Кыргызстана, то с начала
прошлого века температура, средняя температура, годовая температура по Кыргызстану повысилась более чем на 1 градус. И, то есть это довольно-таки интенсивные темпы роста повышения температуры. Что касается территории Кыргызстана, то, как я сказала ранее, наиболее быстрыми темпами температура растет в городах. То есть человек через свою деятельность влияет как на глобальное изменение климата, меняя состав парниковых газов, усиливая парниковый эффект, так же и локально через процессы изменения ландшафта. То есть прежде всего это, конечно же, урбанизация, это построение, заполнение водохранилищ и так далее. Что касается внутримесячного, внутригодового изменения, то есть по месяцам, опять же, как я говорила ранее, наибольшие темпы повышения температуры отмечаются в весенний период, и вот здесь таким антилидером является май, март. Март просто, так скажем, уходит из календаря, из такого привычным, прохладным он уже не является, то есть мы сразу из зимы прыгаем фактически в лето. А вот декабрь, наоборот, становится холоднее, то есть у нас, другими словами, у нас очень интенсивно расширяется теплый период и сокращается холодный период, но при этом холодный период становится, приходит там раньше, он становится более холодным, но и коротким. Что касается осадков, то в целом, конечно, вот эта межгодовая изменчивость, она присутствует, это такое нормальное явление для резконтинентального климата, для стран, расположенных в центре континента, вот эта вот межгодовая изменчивость осадков. Но что характерно в последние годы, то что, например, последние 6 лет, период с 2016 по 2021 год, осадки 6 лет были осадки ниже нормы. С чем столкнулся Кыргызстан? Прежде всего, конечно же, это нехватка поливной воды. Энергетический вытекающий кризис, потому что мы, возможно, многие из вас слышали, что в нашем главном водохранилище, из которого вырабатывается электроэнергия, да, у него нехватка воды, то есть каждый год меньше и меньше накопления. Также в этом году Бишкек впервые, наверное, вот по крайней мере за мою жизнь столкнулся с новым кризисом. Это нехватка питьевой воды. Потому что, естественно, в предыдущие годы у нас была нехватка поливной воды. Вот в Чуйской долине происходили забастовки фермеров, так называемые кетменные войны, когда у нас фермеры просто выходили, блокировали дороги, выходили на площадь и просто как бы требовали поливной воды. Но это опять же последствия. Конечно же, прежде всего, это не идеальный менеджмент, не идеальное управление природными ресурсами, но это все, как мы понимаем, усугубляется изменением климата. Что касается, опять же, осадков, изменения осадков внутри сезонов, то очень большое разнообразие, так как рельеф сложный, микроклиматические условия сложные, где-то становится осадков больше в определенные месяцы, что провоцирует усиление чрезвычайных ситуаций, опять же, из-за деградации ландшафтов, вот такое локальное усиление осадков усиливает селеопасность, даже лавины усиливает. Где-то осадки сокращаются, но важным является то, что у нас весенние месяцы на фоне повышения температуры осадки практически остаются стабильными. Соответственно, вывод какой можно сделать? Что это влияет на продовольственную безопасность? Потому что, естественно, сухая и жаркая весна – это просто огромная проблема, прежде всего, для сельского хозяйства. Кроме роста температуры, изменения изменчивости осадков, существуют такие показатели, которые уже более дают нам понимание, как все-таки их изменения влияют на различные сектора экономики и прежде всего на жизнедеятельность человека и на состояние здоровья человека. И вот Кыргызстан не является исключением такого из глобальных тенденций по усилению климатических рисков в части, касающейся усиления волн жары. Волны жары – это циклы дней, когда держится температура, аномально редкая температура для данного времени года. Ну, то есть это как бы температура выше 90 перцентиля. Да? Ну, то есть в 9-10 случаях температура в эти дни была выше. Так вот, количество вот таких отдельных случаев увеличивается, особенно в долинных зонах Кыргызстана и на юго-востоке Иссык-Куля. И общая продолжительность волн жары также усиливается. Но более такой понятный показатель для нас, для всех, является такой климатический индекс, как увеличение число дней с температурой, с дневной температурой более либо равной 30 градусов. Так вот, в Чуйской долине, опять же, там, в долинных зонах Кыргызстана
к числу дней с температурой более 30 градусов увеличивается со скоростью около 5 дней каждые 10 лет. То есть 5-10 лет прожили, на 5 дней больше мы имеем вот таких довольно-таки высоких температур. Естественно, температуры с, там, количество дней с температурой 35 и более также повышаются. То есть вот на данном графике вы можете увидеть, как увеличиваются вот эти число случаев фон жары, да, то есть тут даже как бы непрофессионалу понятно, что изменение такое устойчивое, ну, то есть оно и статистически значимое, да, то есть если раньше у нас было, можно сказать, 2 месяца с температурой, летом с температурой более 30 градусов, то сейчас практически все лето не опускается температура ниже 30. Последствия изменения климата. Наверное, самое яркое последствия, самые негативные последствия, как я говорила ранее, это засуха, это усиление засухи, и цифры это подтверждают. Есть такой индекс международный, называется стандартизованный индекс осадков и эвапотранспирации. Так вот, если оценить его динамику, то вот с правой части стороны, то он вот этот, имеет негативную динамику, то есть усиление засушливости территории. То есть такое многолетнее, такое, как бы, как это называется, такой медленно развивающийся риск, да, то есть накопленная засуха усиливается. И самым таким месяцем многострадальным является май. Май, почему он важен? Потому что в это время еще нет ирригации, то есть невозможно купировать засуху, атмосферную засуху. И есть регионы, где вот эти усиления засушливости носят очень сильный характер, и это вот опять же в Чуйской долине, где наибольшая, ну, очень большая концентрация населения, то есть это Бишкек, это предгорье Кыргызского хребта. Вот на этом графике вот как раз-таки так схематично представлено, что вот эта самая накопленная засуха у нас прогрессирует в июле месяце, то есть мало того, что у нас и так довольно-таки продолжительный засушливый период в Бишкеке, это с начала мая до конца сентября, когда испарение, больше осадков, так еще и получается вот эта засуха со временем, с каждым годом она усиливается и такой имеет накопительный эффект именно к июлю. Ну, общие основные последствия изменения климата, то есть вот как бы резюмируя, да, мое выступление, как бы говоря о каких-то новых фактах, наибольший рост температуры воздуха отмечается в долинах и низменных зонах, появляются, естественно, городские острова тепла, ну, это больше как бы из-за влияния человека, это асфальтирование прежде всего. Быстрыми темпами становится жарче весной, особенно в марте, увеличиваются тепловые стрессы, количество отдельных жарких дней и циклов вот с несколькими днями подряд. И также волны тепла усиливаются зимой, то есть зимние волны оттепели, которые также негативно сказываются прежде всего на здоровье человека, но и также, конечно, на сельском хозяйстве, на зимних культурах, да и в целом, наверное, на природе. Сокращается холодный период, уменьшаются волны холода, несмотря на ту волну холода, которая так была в этой Центральной Азии в этом году, просто-напросто мы от них отвыкли. Последняя такая волна холода была, если не изменяет память, в 2018 году, до этого было в 2012 году, а до этого в 1986 году. То есть они, в принципе, явления редкие, к счастью, и они все-таки уменьшаются. Меняется фаза выпадения осадков, конечно же, преобладают жидкие, жители городов уже забыли, что такое устойчивый снежный покров, но понятно, что еще от этого страдает сектор, такой самый, наверное, важный сектор зимой, это горнолыжный, да, сектор, то есть все-таки наш бизнес страдает от наличия устойчивого снежного покрова, это сокращение его. Ну и в целом сокращается снежный покров, это влияет на гидрологический сток, меняется так называемый внутренний гидрограф, то есть пик стока талых вод. То есть он у нас смещается на более ранние сроки, и этот межный период, период маловодья, он становится более продолжительным. И в этот период как раз-таки вот возникает острая потребность либо в подземных водах, либо в ледниковом стоке, который тоже уже в эти годы стал недоступен. Ну и в целом климат в Кыргызстане становится более засушливым, но есть место, это некоторые районы Джалабадской области, и так там много осадков, и вот там как раз-таки осадков становится еще больше, вызывают чрезвычайные ситуации. Если говорить об основных последствиях воздействия на сектора экономики, на жизнедеятельность человека, да, то есть если мы говорим о сельском хозяйстве, о продовольственной безопасности, то, безусловно, у нас увеличивается вегетационный период, но... Конечно же, это вызывает повышенный спрос на поливную воду. Соответственно, это вызывает больше споров. Повышение засушливости летом в долинных зонах, опять же, повышает спрос на воду, повышает конфликтность. Сокращается период со снежным покровом, это, опять же, влияет на состояние озимых культур.
распространение новых заболеваний и вредителей и, так скажем, пробуждение старых, да, ну, самый, наверное, яркий пример – это саранча, да, то есть у нас на юге страны активизируется саранча, как бы нападение саранчи. Усиливается воздействие поздних весенних заморозков. Почему? Потому что, допустим, для Бишкека последние заморозки, которые отмечались исторически, были 31 мая. 31 мая выпал снег, полтора дня лежал, это было в 56 году. Сейчас снег в начале апреля приносит ущербы огромные. Почему? Потому что до этого февраль и март были жаркими. Естественно, началось пробуждение природы, сокодвижение в деревьях. То есть вот эти поздние возвратные заморозки, они не просто убивают плодонос, ну, цветы плодовых культур, гибель растений, вызывают гибель растений, гибель леса. То есть дерево изнутри как бы вот взрывается, то начинает гнить. Что касается пастбищ, понятно, что ранняя весна заставляет фермеров раньше выпасать скот на склонах, лето жаркое, то есть все это, конечно, приводит, во-первых, к первому, к более быстрому стравливанию пастбищной растительности, и второе, еще и усиление засухи усиливает как бы естественное выгорание растительности, то, опять же, сказывается на продовольственной безопасности. Что касается чрезвычайных ситуаций, как я говорила ранее, локальное увеличение осадков приводит, конечно же, плюс деградация ландшафтов приводит к оползням, паводкам, к селям. Это статистически такое, что, опять же, подтвержденный факт, что у нас усиление отмечается этих явлений. И, опять же, вот это вот интенсивное таяние снега усиливает локальное увеличение осадков, интенсивное снеготаяние, конечно же, опять же, усиливает эти негативные процессы. Увеличение лесных пожаров, это, конечно, вот как раз-таки в этом году, к моему огромному сожалению, вот в Казахстане, да, случилась вот эта беда. То есть, опять же, ну, плохой менеджмент плюс усиление воздействия изменения климата. Здоровье населения – это, конечно, самый главный фактор, который нас с вами должен как бы заботить, да, потому что это касается каждого из нас. И хоть, конечно, у нас наука в стране не очень-то развита, но, тем не менее, каждый из нас подтвердит, что из этих бесконечных тепловых стрессов состояние здоровья населения, особенно уязвимых групп, оно портится, особенно люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системы, люди, которые работают на открытом воздухе, то есть незащищенные слои населения, конечно же, страдают от этих тепловых стрессов. Зимние оттепели приводят, конечно же, к увеличению острых респираторных заболеваний. И водные ресурсы, без которых мы не можем жить, как бы из-за того, что у нас засушливый климат, как я говорила опять же ранее, вот это изменение... У вас одна минута, давайте. У нас. Изменение водного режима, привычного водного режима, как бы необходимо, конечно, предпринимать меры по изменению режима ирригации. Конечно же, деградируют ледники, мы все прекрасно это знаем, за счет чего у нас летом уменьшается доступность вот этой вот критически важной воды, да, для нашего климата. Ну и, конечно же, повышается испарение, которое, опять же, потребует больше ирригации. Что нас ожидает в будущем? Ну, естественно, повышение по всем сценариям развития. В ближайшие 20 лет скорость усилится, скорость роста по прогнозам ученых усилится в 2 раза, то есть у нас последние 45 лет температура выросла на градус, то в ближайшие 20 лет она вырастет на градус, то есть в 2 раза быстрее. Что касается осадков, то, конечно же, сохранится их межгодовая изменчивость с небольшой тенденцией к увеличению. И вот такой наглядный график, да, что нас ждет в Бишкек в ближайшем будущем, то есть это современный климат города Джалалабад, соответственно, все мы понимаем, что происходит смещение поясов с юга на север, происходит смещение зональности вертикальной, то есть, конечно же, мы будем жить однозначно в более жарком климате и будем подвержены большему количеству опасных природных процессов, как резко развивающихся, так и медленно развивающихся. Спасибо. Как раз уложились. Спасибо большое, Зоя, за такой наглядный рассказ о том, что же нас все-таки ждет и как и к чему мы сейчас идем, и о том, что происходит. Спасибо вам большое. Я сейчас попрошу рассказать о последствиях изменения климата в Таджикистане Анвара Хамидова. Ситуация, наверное, везде одинаковая, такая же, потому что и Кыргызстан, и Таджикистан. Если вы сказали, Зоя, о том, что все-таки у нас получше ситуация, но как-то не очень в это верится. Пожалуйста, Анвар.
Ширинович, вам слово. Спасибо большое. Действительно, Зоя рассказала полностью детально о климатической обстановке не только в Кыргызстане, и в Центральной Азии, и так как мы тоже, страна располагается в зоне формирования стока и имеет, скажем так, континентальное расположение, как весь регион Центральной Азии, труднодоступности в морской среде, поэтому прохождение всех потоков в летнее время и в зимнее время, они приходят в наш регион, скажем так, западного и южных потоков. Вот этот фактор, конечно, влияет на именно климатические обстановки в регионе. Конечно, в Таджикистане тоже, если просмотреть многолетний ряд наблюдений, наблюдается о том, что начиная, скажем так, 40-е годы по сегодняшний день, почти столетное наблюдение, показывает, что в долинных районах у нас высоты до 1000 метров над уровнем моря наблюдается повышение температуры до 1 градуса, выше до 2500 метров над уровнем моря это повышение составляет до 0,5-0,6 градусов, а выше 2500 метров этот показатель составляет около 0,3 градуса. Поэтому некоторые обрадуют нас о том, что повышение температуры в высокогорьях, скажем так, немного медленнее идут, но выпадение осадков наблюдается, скажем так, обратный характер. Вот Кретова рассказывала о том, что действительно в выпадении осадков и периоде прохождения, скажем так, весенних температур у нас тоже наблюдается. И я здесь хотел отметить о том, что у нас в Таджикистане наблюдается повышение температуры в зимнее время и ранней весной. И выпадение осадков жидкого характера увеличивается именно в горных регионах, которые они составляют основной часть потока воды для вегетационного периода, в летнем периоде, который используется в ирригации и в ирригации сельского хозяйства. Конечно, прохождение некоторых процессов, которые у нас наблюдаются именно на северной части страны, поздние заморозки, когда наблюдается, когда происходит цветение, скажем, абрикосы, и уже несколько лет мы наблюдаем о том, что наблюдается резкое понижение температуры, и это влияет именно на урожайность сельского хозяйства, именно потому что Ферганская долина, северной части республики, основной ведут работы по выращиванию, скажем так, плодовые деревья и, конечно, вот в этом году тоже, если посмотреть, у нас в зимнее время наблюдались резкие повышения температуры, это резкое понижение температуры, это по всему региону было. И результаты показали, что у нас вот в Гисарской долине, в южных регионах наблюдались именно замерзание виноградника. И также наблюдались вымирание, скажем так, анжира и те деревья, которые они неустойчивы к высоким холодам. Конечно, эти процессы, все эти процессы, которые наблюдаются в стране, они показывают о том, что влияние изменений климата, влияние этих факторов за многолетний период, они только, скажем так, процессы, которые проходят именно с климатом, они приводят к тому, что увеличение концентрации углекислого газа в природе и увеличение, скажем так, некоторых факторов антропогенного характера, они дают последствия о
устойчивости развития региона, не только Таджикистана, и всего региона. Поэтому в этом плане, если так вот так тоже посмотреть по состоянным водным ресурсам, у нас наблюдается сдвиг водности. То есть в прохождении пиков стока воды, оно смешается. Особенно это наблюдается сейчас на реках, которые стекают за счет снегов и дождей, которые они являются южными реками у нас, Кызылсу, Яксу. Поэтому в крупных реках такого пока, скажем так, не наблюдается, но в будущем оно, этот процесс могут повлиять именно на сдвиги стока воды. Это приводит к тому, что нужно будет менять период наполнения водохранилища и период, скажем так, выращивания сельскохозяйственных культур, который этот будет сильно влиять именно на развитие сельского хозяйства. Поэтому перепланирование это дает, скажем так, огромную дополнительную затрату и дополнительную работу для обеспечения продовольственной безопасности. И как мы знаем, вот, скажем так, в Таджикистане формируется основная часть водных ресурсов бассейна реки Амударии, и этот тенденция изменения стока повлияет по всему региону. Поэтому проведение наблюдения за состоянием снежного покрова, проведение наблюдения за состоянием ледников, это является основным фактором будущего, скажем так, обеспечения устойчивости всего региона Центральной Азии. Если так еще раз просмотреть, в 2001 году, когда было, в 2001 году, когда была сильная засуха именно в регионе Центральной Азии, в этом периоде было очень мало снега в горах в зимнее время и в летнее время таяние. В основном происходило за счет таяния ледников. Если в многоводные годы таяние ледников составляет где-то от 5 до 10%, в маловодные годы они составляют от 30 до 50% стока рек. Поэтому постоянный мониторинг и постоянное, скажем так, наблюдение за состоянием ледников и сохранение этих ледников для всего региона имеет очень важное значение и важной безопасности всего региона Центральной Азии. Но в другой части относительно здоровья населения. Вот последние годы наблюдаются очень частые прохождения пыльные бури и частые вот, мгла, которые наблюдаются у нас в Таджикистане. Конечно, этот процесс, они аномальные. И раньше наблюдались они, может быть, в год один раз или два раза. А участившие такие процессы, конечно, оно влияет на здоровье населения, оно влияет на особенно те люди, которые имеют сердечные болезни, также болезни дыхательного характера, конечно, все это будет сильно влиять. Поэтому в этом направлении надо еще дополнительно провести изучение, потому что климат еще до конца не изучен. Спасибо большое вам, Анвар Ширинович. У вас будет возможность еще дать нам свои рекомендации в следующих блоках. Они у нас еще есть. Спасибо вам большое за ваш рассказ. Действительно, мы, знаете, часто видим только то, что пишется и публикуется в средствах массовой информации, а вот такие заключения специалистов, экологов, специалистов такого уровня, как вот сегодня мы собрались, такого мы видим мало, показано поэтапно, что и как происходит у нас в наших странах, и это очень, конечно, ценно, что вы сегодня здесь все собрались, и сегодня можем мы немножко об этом поговорить. Тимур, если у вас есть какие-то дополнения к части тому, что рассказал Анвар Ширинович по Таджикистану, можете сейчас нам рассказать. Пожалуйста. Добрый день. Нет, в принципе, и Зоя, и Анвар, они очень хорошо охарактеризовали в целом ситуацию, поэтому я думаю, что прям вот
какие-то такие прям важные моменты не были упущены. То есть все спасибо, сказано. Спасибо. Тогда я предоставляю слово нашему уважаемому эксперту из Узбекистана Саидрасулу Сангинову. Саидрасул Саидакбарович, спасибо за то, что вы присоединились. Я вас уже представила. Сейчас мы ждем от вас рассказа о том, какова ситуация в Узбекистане на данный момент, что происходит. Мы в прошлом году очень все в социальных сетях следили про то, как все кричали. Ну, в социальных сетях было видно, и все писали «чанг, чанг, чанг». То есть была очень сильная пыльная буря, которая для нас привычна, а вот для Узбекистана она, видимо, была непривычна. Расскажите, пожалуйста, о ситуации в вашей стране, вам слово. Да, я хотел бы извиниться за то, что поздно присоединился, был на совещании. То, что говорили коллеги, это общая ситуация для всей Центральной Азии. У нас аридный климат и со всеми вытекающими из этого последствиями. Я хотел бы обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, вот оценка Всемирного банка была, что к 50-му году, а нам нужно смотреть вперед, 50-й год, не успеем моргнуться, уже придет. Нас, может быть, не будет, но вот будут поколения населения наших республик. Более 140 миллионов человек в странах Африки, Латинской Америки, Южной Азии, да и у нас в Центральной Азии будут вынуждены мигрировать в пределах своих регионов из-за последствий изменения климата. Действительно, это не то что бич, а большая проблема, над которой нужно не только думать, но и объединять усилия всех государств нашего региона, международных организаций для того, чтобы найти оптимальные, приемлемые и финансово обеспечиваемые мероприятия. Я хотел бы еще напомнить, что мы живем в бассейне Аральского моря. Казахстанцы, наверное, говорили уже об этом. Если повторюсь, не обессудьте, пожалуйста. Узбекистан и Казахстан испытывают наиболее сильное влияние последствий Аральского кризиса. Это катастрофа для нас, для нашего поколения. И в прямом, как бы, под прямым воздействием последствий высыхания Аральского моря оказались несколько регионов Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. В меньшей мере страны Верховья от этого пострадали. Но пострадали, поскольку пыльные бури, о которых вы говорили, они для зоны Приораля типичны и повторяются примерно 90 дней в году, когда поднимается пыльная буря, шлейфы идут до Бухарской и Новоейской области. Это порядка 400 километров. Рассеивается не просто пыль, а соленая пыль. И мелкие фракции оседают вот и на снегах и ледниках Памира, обнаруженные, я уж повторюсь, и на Южном полюсе, и на Северном полюсе. Это беда, конечно, для всех нас. Хотел бы еще внимание обратить на то, что вследствие в том числе и высыхания Аральского моря, изменение климата происходит в регионе, в целом в регионе Центральной Азии, в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире. За вот этот период наблюдений рассчитано специалистами, повышение идет за десятилетие на 0,25 градусов в регионе, тогда как в среднем в мире на 0,14 градусов, то есть в два раза с лишним. И, конечно, последствия вот этого процесса, они ощущаются и в увеличении частоты и географии пыльных бурь, а у нас теперь эти пыльные бури стали регулярными не только в Приорале, но и вот половину Узбекистана накрыла пыльная буря буквально на прошлой неделе. До Ташкента не дошло, до Джизака дошло, это всего 200 километров до Ташкента. Деградация земель на обширных пространствах, истощение водных ресурсов и, естественно, сокращение биологического разнообразия. Все эти взаимосвязанные процессы, они факторами этих процессов являются глобальное изменение климата, региональное изменение климата и те процессы, которые связаны с высыханием Аральского моря и тем, что происходит в этой зоне. Естественно, от этого страдает население и Приораля, и
А сейчас воздействие аральского кризиса у нас не только в республике Каракалпакстан и Хорезмской области, как это принято было считать до недавнего времени. Под воздействием этого негативного процесса находится большая часть Новоильской области и большая часть Бухарской области. Это крупные области Узбекистана. То есть территориально это практически половина территории республики. Я хотел бы сказать, что вот наши таджикские коллеги очень уместно затронули вопрос обострения водных проблем. И это для нас беда для всех, и для стран Верховья, и для стран Низовья, потому что водные ресурсы сокращаются, и прогнозы, вот, наверное, уже звучали, от 15 до 25% в ближайшие десятилетия снизится сток рек Сырдарьи и Амудари, главных рек Центральной Азии, и, естественно, малых рек, трансграничных рек, внутренних рек. Узбекистан от этого страдает, наверное, в большей степени по региону, поскольку мы потребляем много воды. У нас ирригационное земледелие, 4,2 миллиона гектаров, и все это поливные земли. А формируются водные ресурсы на территории самого Узбекистана, в горах, ледниках, снежного покрова, осадков, всего 20%. Остальные 80% это то, что поступает из братского Киргизстана и братского Таджикистана. Поэтому тут большой вопрос в том, чтобы вместе договариваться и находить решения. И я бы еще хотел пару цифр привести, если вот это уместно. Вот поскольку о воде зашла речь, а это очень напрямую связано с изменением климата и борьбой за смягчение последствий изменения климата. Сельское хозяйство потребляет до 90% воды. Промышленность в республике 4,5%. Жилищно-коммунальный сектор около 5%. А где экосистемы? Вот часто экосистемы как раз и не учитываются. Об этом с горечью говорил на разных мероприятиях директор агентства МФСА Вадим Соколов, другие специалисты. И я хотел бы обратить внимание наших коллег на то, что над этим надо думать и искать решения. Спасибо. Большое вам. Вы очень важную вещь упомянули о том, что необходимо делать и делать это все совместно, потому что на нас, на весь регион это влияет, и мы взаимозависимы друг от друга. Но прежде чем перейти к тому блоку, когда мы будем говорить о том, что делается, я бы хотела, Тимур, все-таки у вас спросить. Вот многие говорят о том, что существует различное количество, множество всякой фейковой информации. Люди, как бы простое обывательское население, они говорят, что это все совсем может быть преувеличением и так далее. А сами экологи говорят о том, что существует фейковая информация. Вот чего она касается? Можете прокомментировать? Добрый день еще раз. Ну, на самом деле, да, потому что поскольку тема изменения климата очень глобальная и на уровне международных организаций, и на уровне государства ее решают, и понятно, что поскольку фокус идет смещение к более там, зеленой экономике, цикличной экономике, там, возобновляемым источникам энергии и так далее, то есть очень большое сопротивление, ну, в частности, например, от индустрии ископаемого топлива, которая связана с разработкой, добычей и продажей ископаемого топлива, и которые, широко известно, в принципе, очень долгое время вкладывают достаточно большие деньги, в том числе через скрытые фонды для так называемой пропаганды того, что и как это, пропаганды скептицизма в отношении изменения климата. Ну вот буквально там, по-моему, в прошлом или, может быть, пару лет назад было очень интересное исследование, которое провели в Соединенных Штатах. И университет, к сожалению, название сейчас не вспомню, но могу позже отправить. Они выяснили, что в США около там, 90 с чем-то организаций различных вовлечены как раз в кампанию, которая, как бы цель которой посеять скептицизм и неверие в научные выводы и обоснования по изменению климата. И они получают огромное количество, там, то есть миллиарды
долларов, в том числе от индустрии ископаемого топлива, для того, чтобы этим заниматься. То есть там и средства массовой информации, специальные аналитические агентства над этим работают, в том числе занятые агентства, которые, например, занимались помощью табачной индустрии, когда много лет назад была активная кампания запретить табак, ну, не запретить, да, ограничить там его использование и так далее. То есть они тоже вовлечены. Ну и плюс, конечно же, проблема существует между учеными и обществом, да, как бы всегда вот эта вот взаимосвязь, как вот эти вот научные выводы, научные исследования, научные данные донести до простого гражданина, до простого фермера и так далее. Эта проблема всегда существует, над ней тоже работают люди, но она, тем не менее, как бы есть. Я думаю, что еще огромное количество лет, наверное, будет. Это тоже важно. Как дать понять людям на Земле, которые работают, почему это для них важно и что на самом деле правда, а где неправда. Ну, то есть, да, то есть это существует, и в это вкладываются миллиарды. Причем мы знаем, что, например, компании нефтегазовые, они еще 40 лет назад знали об изменении климата и работали, у них были собственные исследования, которые причем очень довольно четко показывали и очень совпадали с современными климатическими моделями. Да, спасибо большое, Тимур. Мне кажется, вот у меня такое ощущение, что, по-моему, уже все знают о том, что климат меняется, мы это воочию чувствуем. И прежде чем продолжить, я бы хотела попросить вас заполнить форму по ссылке, которую скинула в чат моя коллега Ольга Завьялова, и ответить на несколько вопросов. Это займет 2-3 минуты вашего времени, но для нас это очень важно, для обратной связи, и это поможет улучшить нашу работу в дальнейшем. Пожалуйста, заполните эту форму. А мы продолжаем и говорить об изменении климата из-за бездумной деятельности человека, которую мы уже остро ощущаем. И казалось бы, что все как один должны были бы кинуться, чтобы что-то делать для того, чтобы сохранять все, что есть, и чтобы предотвратить катастрофу. Но происходит ли это на самом деле? Давайте послушаем, что делается в наших странах для предотвращения последствий на самых разных уровнях, начиная от правительств до экодвижений и активистов. И раз уж мы сначала шли в алфавитном порядке, то теперь в обратном порядке. Пожалуйста, Саид Расул, вам слово. Расскажите о том, что делается в Узбекистане, потому что, насколько мы знаем, и вы также являетесь представителем целой политической партии, которая входит в парламент, и что предпринимается для снижения рисков, пожалуйста. Спасибо, Лола, за то, что первым в этом блоке дали возможность высказаться. У меня через 10 минут заседание комитета, я буду вынужден на минут на 15-20 пойти в зал, отметиться, потом вернусь. Спасибо, сказали. Да, конечно, нужно говорить о том, что делается, что сделано. Никто не сидит сложа руки. Все понимают, что проблема есть, надо решать. И на национальном уровне решения во всех республиках есть действия, есть движения. В частности, в Узбекистане принята стратегия по переходу республики на зеленую экономику. Уже 2 года эта стратегия действует, и министерство, ведомство и все причастные структуры, общественность в этом процессе так или иначе участвуют. Надо сказать, что здесь, конечно, основа для всех нас – это Парижское соглашение. Узбекистан, кстати говоря, в Узбекистане ратификация соглашения состоялась по инициативе и под давлением общественности. Экологическое движение Узбекистана подняло этот вопрос – вместе со своими депутатами, тогда у нас был депутатский корпус, и инициировала этот процесс, потом провели круглый стол, вынесли на законодательную палату парламента в Сенат, и в 2018 году ратификация состоялась. И, естественно, это обязательство страны, которое нужно выполнять, и они выполняются. Вот, в частности, вот эта стратегия по переходу на зеленую экономику – это один из шагов в направлении выполнения парижских требований Парижского соглашения.
Вот Международное энергетическое агентство дает такие данные. Они сделали анализ за последние 5-7 лет. По их данным, выбросы углекислого газа от сжигания топлива в Узбекистане. А у нас очень много сжигают газа и угля, мазута, естественно. Снизилось до 85 миллионов тонн. Но это такая достаточно серьезная цифра для республики. Вот эксперты данного агентства еще такие данные дают, что выбросы, даже при прогнозе роста выбросов парниковых газов в целом к 30-му году, до 60% от современного уровня выбросов будет повышение. Но Парижское соглашение как бы ставит рамки, за которые обязательно и страна принимает обязательства, за которые выходить не следует. Тогда страна приняла решение о 10% сокращении выбросов относительно к 90-му году, да, расчетный год был. Но потом пересмотрели, опять же, под давлением общественности, ученых и в целом ситуации в мире, и эту планку повысили до 35%. Это достаточно серьезный рубеж, к которому нужно идти. И на это направлены действия и Министерства энергетики, и Минэкологии. Сейчас у нас реорганизация произошла этой сферы и других причастных организаций. Естественно, общественность здесь берет это под свой общественный экологический контроль. Идет общественный экологический мониторинг этих процессов, и мы публикуем данные в сетях, в своих изданиях, в группах. У нас больше всего используют для информации каналы, телеграм-каналы. Вот пользуемся этим приложением, с тем, чтобы население знало, что делается, и было причастным к этому большому процессу. Хотел бы сказать, что за последнее время запущено несколько больших программ в Узбекистане. Первая программа – это по облесению высохшего дна Аральского моря. Вы знаете о том, что больше половины территории высохшего дна – это Арал-Кумы. Это территория, относящаяся к Узбекистану, южная Приорали. А часть, немножко меньше половины – это Казахстан. И вот на этой территории, узбекской части высохшего дна Аральского моря, уже 3 года идут масштабные посадки саксаула, черкеза, кандыма, джилги и других солеустойчивых растений с помощью и авиации, и наземных видов, там трактора. И здесь задействованы не только лесные хозяйства Каракалпакстана, Хорезма, там, Наваи и других областей, но и МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций, с их техническими возможностями. И карта Аралкумов, узбекская часть Аралкумов, поделена на 26 участков, к каждому из которых прикреплена та или иная область. И вот область берет шефство над этой картой и обеспечивает посадку саженцев, аэросев, семян. За эти годы, за 3 года, удалось освоить территорию в 1 миллион 800 тысяч гектаров. Ну, там плюс-минус разные данные есть. Это большая цифра, и скорость в первый год была очень приличной. Но вот потом были засушливые годы, и проблем стало больше. Но, тем не менее, еще порядка 400 тысяч гектаров высохшего дна должны засеять и засадить саженцами. Естественно, это большой процесс, который потребовал внимания не только руководства, но и такого деятельного участия и общественных организаций. Мы каждый год в январе-феврале месяце проводим акцию «Помощь Аралу». Наши ребята собирают, где это можно, в Кызылкумах, вот в пустынных территориях, семена саксаула, доставляем в штаб в Муйнакский район, где действуют авиаторы.
И ну, там проводим различные мероприятия, в том числе концерты и прочие, для тех, кто работает там. А там постоянно работает 2000 человек. Я заканчиваю. Конечно, в этом деле важно развитие возобновляемой энергетики, которая не требует углеводородов и, естественно, выбросов в атмосферный воздух. И за последние 2 года большое движение в Узбекистане есть. Уже построено несколько станций мощностью 100 мегаватт. Строится станция мощностью 360 мегаватт, 457 мегаватт. Это в разных областях Узбекистана. В Новоильской, Сурхандаринской, Ташкадаринской. Вот сейчас в Ташкентской области строится. И мало того... Прошу прощения, это какие государство... станции вы имеете в виду? Тепло... Это солнечные в основном. Солнечные и ветровые станции. Да, ветровые станции – это на Устюрте и в Таш области, вот в зоне Бекабада. Мало этого, государство обязало госучреждения получать от 15 до 20% потребляемой энергии от возобновляемых источников энергии. И на зданиях государственных учреждений уже стоят фотоэлектрические панели, они дают часть вот, электроэнергии, и это все адаптируется в коммунальные сети. То есть этот процесс идет не безболезненно, но идет. Главное, что дело сдвинуто с места, и мы надеемся, что до 25% энергии в целом в ближайшие годы Узбекистан будет получать от солнца и ветра. Ну, там есть еще и другие альтернативные источники, но они в меньшей степени используются. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Очень вселяющие надежду происходят эти изменения, и надеемся, что все-таки все будет хорошо. Анвар... Я побежал на минуты 15-20, ладно? Да, конечно. Анвар Ширинович, пожалуйста, вам слово. Что делается в Таджикистане для того, чтобы снизить последствия от таких от глобального изменения климата? Спасибо большое, спасибо. Конечно, Таджикистан в этом плане, скажем так, начиная от высшего руководства страны, является лидером в области, скажем так, вопросы, связанные с водой и климатом. В этом направлении еще было после принятия Парижского соглашения в 2017 году у нас парламент ратифицировал данное соглашение, было подготовлено первое национально определяемый вклад, это NDC, и буквально в конце, перед началом, скажем так, 27-й КОПа было подготовлено национально определяемый вклад именно в принятие меры по снижению выбросов парниковых газов, которые там есть специальные обязательства каждой страны, которые представляются для решения вопросов, связанных с снижением выбросов парниковых газов. Но Таджикистан, скажем так, в центральных странах региона Центральной Азии имеет очень самые низкие выбросы в регионе и занимает последнее место по странам. В мировом масштабе где-то составляет, сейчас в данное время оно находится на 129-м месте по выбросам парниковых газов. В стране принята национальная стратегия развития до 2030 года и 2 среднесрочные программы, и 2 среднесрочная программа, которая была принята на 2021-2025 годы. Там охватывает конкретные планы по, скажем так, вопросы, связанные с снижением выбросов парниковых газов и вопросы, связанные с принятием адаптации. Даже эти мероприятия включены в планах, программах секторов экономики. Кроме этого, страна, среди стран региона Центральной Азии первым подготовил национальную стратегию по адаптации изменений климата до 2030 года, которая была принята правительством Республики Таджикистан еще в 2019 году.
И также буквально вот в прошлом году была принята национальная стратегия зеленой экономики страны, которая охватывает вопросы именно изменения климата. Поэтому на политическом уровне вопросы изменения климата, они рассматриваются даже сейчас в последнее время на уровне парламента, на уровне законодательного уровня. Включение этого вопроса именно в законодательную базу. Также ведется вопросы с Министерством финансов включение статьи по направлению климата, которые они были финансированы в будущем для принятия меры и снижения выбросов парниковых газов. Поэтому в этом плане Таджикистан, скажем так, активно работает именно на политическом уровне и законодательном, и институциональном уровне. Каждое министерство сейчас имеется специальные группы или отделы, или отдельные, скажем так, ответственные лица, которые занимаются именно вопросами изменения климата и проведения мероприятий, которые, скажем так, Агентство по гидрометеорологии и Комитет охраны окружающей среды являются, скажем так, фокал-поинтом по направлению Конвенции по изменению климата и проводит регулярные встречи и реализации тех планов, которые возложены именно на стратегии развития, на стратегии адаптации изменений климата и национальные планы по адаптации к изменению климата. Спасибо. Спасибо большое. Тимур, расскажите о том, что делается гражданскими активистами. Достаточно ли делается вообще? Ну, поскольку мы гражданские активисты, мы всегда считаем, что государство недостаточно делает, и мало делает, и надо более активно действовать. Но на самом деле правда. То есть появились целый ряд таких стратегий, ключевых программ, которые связаны с изменением климата. И вот Акин Анвар еще забыл сказать, что, например, у нас была утверждена государственная программа по экологическому образованию и воспитанию населения Республики Таджикистан, и там тоже вот впервые было выделено отдельное направление именно по изменению климата, поэтому мы надеемся, что это тоже даст какой-то толчок для развития и включения системы образования, новых учебников, новых материалов, новой информации, да, которая связана именно со студентами и школьниками. Я бы хотел несколько вот вещей, наверное, отметить. Это вот, конечно, у нас очень большой недостаток исследований. И об этом в том числе очень часто говорят и эксперты на разных конференциях и заседаниях. Это касается не только Таджикистана, а вообще Центральной Азии. То есть недостаточно исследований по теме изменения климата и там, его аспектам в Центральной Азии. То есть нужно гораздо больше исследований проводить. Очень слабая научно-техническая база, в том числе в Таджикистане, и это тоже отмечено в ряде стратегий, и в последнее время этому как-то больше внимания уделяют. И очень важно в том числе развивать систему мониторинга, потому что она у нас очень слабая, в том числе в Таджикистане. Ну, опять же, в последнее время мы видим, да, что увеличивается количество там станций, например, да, гидрометеорологических, там, других каких-то станций мониторинга, например, качество воздуха, но пока их все равно недостаточно, и это следует тоже продолжать. То, что касается гражданского общества, то в стране действует ряд организаций, которые занимаются различными направлениями адаптации к изменению климата. Это и распространение каких-то энергоэффективных технологий, каких-то практик, которые связаны с сельским хозяйством, ресурсосберегающих каких-то технологий, помогают домохозяйствам или каким-то местным фермерам, я не знаю, например, переходить на капельное орошение, скажем, вместо традиционного, да, заменять там, какие-то печи, которые традиционные, на более экономные печи для приготовления еды, устанавливать какие-то небольшие солнечные установки для выработки электричества, для отопления, для воды, для нагрева воды, для, например, там, автономного источника освещения, ну и так далее, и так далее. То есть целый есть ряд организаций, которые этим занимаются. Ну и плюс, естественно, есть различные сети, в том числе вот у нас была
сеть общественных организаций по изменению климата, которая позже переросла там в таджикскую экологическую сеть. Есть региональные взаимодействия. Мы работаем в том числе, например, вот в рамках климатической сети, которая называется CAMVECTA, Climate Action Network для региона Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, где также проходят различные обсуждения того, что происходит в странах, какие рекомендации нужно дать, действуют какие-то эксперты, там, климатологи, которые помогают и объясняют, что происходит, и как в том числе наши страны на международном уровне могут влиять на ситуацию, потому что это тоже очень важно, поскольку, как уже было отмечено, большая часть наших стран мы оказываем очень небольшое, да, влияние на изменение климата, то есть выбрасываем очень незначительное количество выбросов парниковых газов. И поэтому с нашей точки зрения очень важно, чтобы официальные делегации наших стран, они на международных переговорах по изменению климата в том числе как бы поддерживали более жесткие требования к тем странам, которые много выбрасывают, чтобы они быстрее уменьшали, более активно действовали и при этом выделяли необходимые средства и ресурсы для наших стран, чтобы мы успевали адаптироваться, переходили на новые технологии, применяли лучший опыт, ну и так далее. Спасибо большое. Зоя, я хочу послушать, да, вас о том, что делается в Кыргызстане. Вот очень важные вещи сказал Тимур о том, что наши страны, они меньше всех выбрасывают, а больше всех от этого страдают. Как в этом плане в Кыргызстане происходит работа? Пожалуйста, вам слово. Мне очень повезло, передо мной выступили коллеги, которые примерно рассказали ситуацию в регионе, и она, конечно же, примерно такая же и в Кыргызстане. На самом деле у нас есть как и очень сильное гражданское сообщество. Я думаю, вот коллеги не дадут, так скажем, не усомняться в этом факте. Но и со стороны государства также у нас оно такое, так скажем, климатически ориентированное. И даже вот мой коллега сказал, что были первыми, кто внедрил национальные планы по адаптации. Я хотела бы тоже отметить, что у нас еще в 2014 году были разработаны национальные адаптационные планы в 5 приоритетных секторах экономики. До 2017 года эти планы были разработаны и реализованы. Ну, конечно же, не все идеально, но тем не менее. Сейчас как бы такой второй уже этап, да, включение государства вот именно в климатическую политику, активизация деятельности на международных площадках. И вот также вот радно отметить, что вот наш нынешний президент, он, выступая на КОПе, конференции сторон, которая проходила в Глазго позапрошлом году, также заявил о намерениях к 50-му году стать углеродно-нейтральной страной. Мы также являемся очень незначительными эмитентами, то есть как бы страна у нас, естественно, использует гидроэнергетику, соответственно, выбросы углекислого газа у нас очень минимальные, порядка 3%, 0,03% от глобальных выбросов, то есть как бы минимальные. Но тем не менее, для того, чтобы озеленить нашу экономику, естественно, нужны значительные все-таки вливания именно с различных климатических фондов. Что было за последние годы сделано на политическом уровне? Ну, естественно, ратификация Парижского соглашения, как без него. Естественно, страна готовит с периодичностью раз в 4-5 лет национальные сообщения об изменении климата для рамочной конвенции ООН об изменении климата и также двухгодичные доклады по инвентаризации парниковых газов. Последнее национальное сообщение, 4-е, оно находится на последнем этапе, уже на этапе утверждения министерствами. Также у нас разработаны стратегические документы, в которых также интегрированы вопросы изменения климата. Это национальная стратегия до 40-го года, национальная программа развития Кыргызстана до 26-го года, в которой, конечно же, разработан план реализации, план мероприятий. В прошлом году был разработан определяемый на национальном уровне вклады, то есть это уже были обновленные, да, первые были в 2015 году подготовлены, вот в прошлом году в рамках климатического обещания, это такое глобальное, да, движение, при поддержке ПРОН были разработаны новые ОНУФ.
в которых, кстати говоря, включено новое направление «Устойчивые города и населенные пункты», что очень приятно для городских жителей. То есть мы такие, наверное, я не знаю, какая ситуация в других странах Центральной Азии, но если я не ошибаюсь, что мы одни из единственных, у кого есть именно акцент на города. Ну и кроме блока по сокращению парниковых газов, конечно же, очень большое внимание в этом ОНУЮ уделяется адаптации. То есть пока что это наш единственный такой программный документ, да, который является для нас основой. Именно вот в части, касающейся климата, такой климатический документ. Также, конечно, у нас есть указ президента о мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости, в рамках которой был разработан такой как бы план по так называемой Джишел-Мурас по увеличению площади лесов в Кыргызстане. Леса в настоящее время занимают, если я не ошибаюсь, 5,6%. Вот у нас 2 года уже ведется такая просто широкомасштабная акция по посадке леса, в которой принимают участие как различные государственные органы, проекты, и очень активно вливается в этот процесс молодежь. У нас очень сильное молодежное движение в части, касающейся изменения климата. Именно они являются такими вот двигателями вот такого процесса озеленения страны в плане, ну, как бы и в физическом, да, понимании по посадке леса. Две минуты, Зоя. Хорошо. Что касается больших климатических проектов, то, конечно же, мы все знаем про зеленый климатический фонд, и у нас сейчас реализуется несколько проектов больших, то есть наступает период реализации проекта 30-миллионного проекта, который реализуется ФАО, это он направлен на захоронение углерода в 4 небольших районах Кыргызстана. Также проект, реализуемый Всемирной продовольственной программой. Также, конечно же, готовится новый национальный адаптационный план с 3 областями, с 4 секторами экономики. И также готовится вот вторая фаза климатического обещания, разработка концепции низкоуглеродного развития. То есть, как бы, ну, надеемся, в этом году, в начале следующего года, эта концепция будет разработана и принята. Хотелось бы вот также, опять же, к гражданскому обществу вернуться. Ну, опять же, вот мои коллеги подтвердят, да, что у нас очень сильное гражданское общество. Конечно же, большое количество проектов. Самый, например, знаменитый наш проект КИРСЕФ, который реализуется при поддержке Европейского банка развития, реконструкции и развития, который позволяет частному сектору приобретать на льготных условиях энергоэффективное оборудование, утеплять дома и так далее, и так далее. Но много других еще инициатив, более мелких, направленных на гражданское общество. Но вот мне хотелось бы отметить все-таки деятельность проекта, в котором непосредственно я участвовала. Я работаю в экологическом движении «Биом». И мы недавно разработали инструмент, который является, я считаю, уникальным, так называемая самооценка местных сообществ к изменению климата. То есть мы все знаем о том, что у нас слабое освещение населения о проблемах изменения климата, и самое главное, люди не знают, как они могут нести свой вклад в изменение климата. Это раз. Второе, местные сообщества, ну, наверное, все свои планы развития, стратегическое планирование разрабатывают без вопросов изменения климата. Им этот инструмент как раз-таки позволяет оценить, где существуют проблемы в системе управления и что необходимо внедрять. То есть здесь проведена как бы в этом радаре, да, так называемом радаре, проведена детальная оценка именно климатической подверженности по географическим зонам, то есть чему подвержены тот или иной район Кыргызстана. То есть охватываются все сферы деятельности человека, то есть вы видите, да, это вот 10 направлений сферы жизнедеятельности, сектора, каждый включает, это как бы самооценка, люди проходят опрос. То есть вы можете, как бы, ну, там был QR-код, вы можете ознакомиться, и в итоге выходит такой радар, который дает понимание, опять, что, какому направлению необходимо уделить внимание для того, чтобы, для именно в рамках борьбы с изменением климата, что необходимо внедрить в свои стратегические планы, над чем надо работать. И, конечно же, к этому документу прилагается такой практический методологический документ «Лучшие практики для адаптации к изменению климата именно вот в Кыргызстане». То, что было собрано гражданским обществом, то, что где-то, может, рекомендовано международными организациями, и что могут люди применить у себя на местах.
И насчет того, что вот следующий блок, да, что необходимо делать, это у нас следующий блок вопросов, да, Лола? Я правильно понимаю? Да. Это следующий, вот то, что вы рассказали, это очень интересно, это замечательный инструмент. Ну, хорошо, следующий работа. Блок. Что нам... Да, потом мы будем рекомендации. Спасибо большое. Людмила, пожалуйста, вам слово. Вы теперь можете рассказать о том, что... Расскажите нам, пожалуйста, о том же, что же делается в Казахстане, потому что Казахстан – это одна из богатых стран региона, и я думаю, что работы здесь проведено гораздо больше. Пожалуйста. Ну да, у нас Казахстан, он поддерживает всегда международные инициативы, ставит амбициозные задачи, такие что-то вроде там посадки 5 миллиардов деревьев, или мы планируем экспортировать зеленый водород, вот на COP27 было заявлено. В принципе, документов у нас достаточно, и много денег выделяется тоже на разработку вот этих именно политик, документов. Ну, если вернуться в прошлое немножко, на 10 лет назад, 30 мая 2013 года у нас активно была принята стратегия по переходу к зеленой экономике. Почему-то сейчас о ней как-то не принято говорить и не является таким рабочим документом. Вот если возвращаюсь 10 лет назад. Мила, почему-то вас нам не видно. У вас там что-то упало или прикрылось? Камеру вашу, пожалуйста. Да. Вот сейчас хорошо видно. Да, пожалуйста. Вот. Ну, в 2017 году в Казахстане была проведена выставка «Энергия будущего», на которую также было затрачено огромное бюджетное финансирование и внебюджетное. Этих денег, по подсчетам экспертов, хватило бы газифицировать всю страну, сколько было выделено вот за 5 лет подготовки к этой выставке. В 2020 году, в июне 2020 года, правительством был утвержден приказ по процессу адаптации к изменению климата. В 2021 году у нас новый кодекс была выпущена, в 2021 году новая редакция экологического кодекса была принята, где тоже есть раздел по регулированию выбросов парниковых газов. И вот если посмотреть в этом году уже, в феврале, 2 февраля этого года, у нас была утверждена стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Тоже такой рабочий считается документ сейчас, основной, важный, о котором все говорят. Но те люди, которые в основном работали над этой стратегией, сомневаюсь, что они будут по ней жить до 2060 года. То есть тут есть сомнения. Буквально недавно, наверное, в апреле у нас в открытом доступе появилась концепция развития сельских территорий, вот в частности нашего района это касается, я вот изучила, и как бы стратегия эта хорошо описана, и в ней обозначено применение маломасштабных ВИЭС со сроком исполнения с декабря этого года на конец 2027 года. И разработка мер по адаптации к изменению климата со сроком исполнения до ноября уже этого года. Только вот на практике, к сожалению, исполняется это все не так, как хотелось бы. Ну, общественность у нас тоже, конечно, активно участвует. У нас, например, учебный курс создан «Адаптация к изменению климата». НПО тоже активны, вот то, о чем коллеги говорили. В принципе, у нас тоже мы активно стараемся помогать в достижении вот этих вот документов. И все-таки большую роль играет гражданское общество. Если говорить на своем собственном примере, мы сейчас у себя пробуем внедрение климатической политики на местном уровне. В прошлом году команда наших вот ребят, я тоже в составе, побывали на КОП. И вот участие в таких процессах НПО, оно очень важно. Важно в том плане, что меняется вообще мышление и как бы... Появляются новые идеи, и донести до населения, что это действительно существует, эта угроза изменения климата. И необходимо вот как раз-таки разработать местные планы действия и ряда практических мероприятий, которые направлены на защиту климата и адаптацию к его изменениям. Если говорить вот на своем примере, это... То, о чем уже коллеги наши говорили, то, что делается, это начиная от школьных проектов, домохозяйства,
Ну и, конечно, это информирование местных органов власти. Мы вот начали эту работу проводить у себя. Они не информированы абсолютно даже об этой стратегии сельских территорий развития, даже об этих разделах. И, в принципе, они заинтересованы поддерживать политику. Ну, как-то основные моменты вот так. Спасибо большое. Делается, да, но, как всегда, вопросы в эффективном использовании средств, наверное, да, эффективности работы органов на местах, а то, что делается гражданскими активистами и экологами, мы, конечно, это все видим и знаем. Но что же еще нужно сделать для того, чтобы все-таки не допустить той катастрофы, о которой мы говорим, о том, что повышение температур с каждым годом увеличивается, и что же еще нужно делать? Давайте теперь мы перейдем к нашему последнему разделу, и от каждого эксперта я хочу услышать по 3 рекомендации. Пожалуйста, мы сделаем это достаточно быстро. Кто? Ну вот, Людмила, давайте вы, потому что Казахстан снова первый по алфавиту. Ну хорошо. Рекомендации, да. Я считаю, что прежде всего, конечно, нужно наконец-то начать применять разработанные документы, вот эти стратегии на практике. То есть неформальное их существование, которое много лет они существуют и вновь приняты, а нужно их внедрять. Начать устранять причины, которые влияют на климат. Например, конкретно, допустим, у нас причина недостаточная очистка сточных вод, скажем, проблемы в работе центральной системы канализации, износ инфраструктуры. Какое отношение эта причина имеет? А то, что выбросы газа метана, это, естественно, большой вклад в изменение климата. Поэтому необходимо обратить внимание на вот эти вот изношенные инфраструктуры, устранять причины вот этих воздействий. Допустим, у нас в плачевном состоянии находится система отопления по всей стране. Сейчас делается аудит, был сделан аудит. Наверное, вы все слышали, у нас трагедия была в Экибастузе, когда в сильнейший мороз оказались в холоде. Наш город Атбасар тоже в это время был как раз-таки в таком плачевном состоянии, только об этом не говорили, потому что это блоками было, это были некоторые районы города отключены. Тем не менее, у нас изношены вот системы отопления, ТЭЦ, котельные, поломка оборудования, частые порывы на трассах, причем зимой, в зимний период. И происходят огромные потери тепла. Население дополнительно использует обогреватели, чтобы выжить в морозы 30-40 градусов, в нашем северном регионе, например. Это нагрузка на потребление электроэнергии. Ну и если дальше перейти к рекомендациям, я думаю, что я не скажу что-то новое. Скорее всего, это во многих рекомендациях где-то повторяется, еще коллеги добавят. Для реализации государственной политики в области изменения климата необходимо широкое информирование населения, помимо вот документов и практической деятельности государственных органов власти. Само население должно активно вовлекаться о климатических процессах, вовлечение всех заинтересованных сторон в практическую деятельность на местах. А именно вот 2 вот этих ключевых момента – это снижение воздействия на климат и адаптация к уже случившимся изменениям, а их много. Ну, например, вот для нас, допустим, для нашего региона, как я говорила, у нас мотоциклетные... Спасибо большое. Вы можете... Да, ну хотя 1 минуту я вам даю завершить. Да. Например, у нас паводковая ситуация опасная всегда. Можно накапливать паводковую воду весной, использовать ее для полива летом, сбор дождевой воды, поддержка науки, внедрение вот засухоустойчивых сортов зерновых, овощных культур, продвигать вопросы энергоэффективности в секторе жилья, коммунальных услуг, ну, доносить до домохозяйства. Спасибо, спасибо большое. Зоя, пожалуйста, вам слово. Ваши 3 рекомендации. Извиняюсь, я говорю, микрофон выключен. Позвольте мне начать. Все-таки вот этого слайда, который я хотела продемонстрировать, да, это слайд, эта карта опубликована в последнем докладе, оценочном докладе, который выпустил IPCC, мой вот
наш общий, очень, очень хороший знакомый Алексей Олегович Кокорин делал презентацию и объяснял, вот, что важно для региона Центральной Азии вот, на конференции в Душанбе, которая проходила этой весной, что нам, мы сейчас на глобальной карте как бы значимся как не очень-то уязвимые страны на самом деле. Но это не потому, что мы неуязвимые, а потому что мы являемся белым пятном в области науки. Мы никак не можем доказать, что мы уязвимы. Поэтому вытекающая, конечно, рекомендация из этого слайда, конечно же, это развитие науки. Вот, по-моему, сегодня уже Тимур, по-моему, да, об этом говорил. Конечно же, вот развитие науки, связи различных секторов с изменением климата для того, чтобы именно предоставить мировому сообществу доказательную базу, что мы уязвимы. Науку важно развивать для того, чтобы подавать качественные проектные заявки для финансирования в различные фонды. Просвещение уже говорили, образование. Я считаю, что крайне важным внедрять в систему образования как формальную, так и неформальную вопросы по изменению климата. То есть мы должны иметь всех специалистов, неважно в каком секторе, которые мыслят через призму именно зеленого устойчивого развития. Есть отдельные примеры, когда, допустим, у меня лично есть такие люди, которые, став, допустим, урбанистом, но до этого они прошли неформальную школу образования с самого детства, и они сейчас уже мыслят именно вот в области урбанистики через, так скажем, зеленую призму, да. Ну и вот по поводу мониторинга реализации стратегических программ, действительно, это очень важный момент, который моя коллега, да, отметила, что очень важно исполнять все эти стратегические процессы, но здесь очень важно их мониторить, наверное, вот гражданскому сектору для того, чтобы задавать вопросы, в принципе, лицам, принимающим решения, об тех индикаторах, которые поставлены в стратегических планах, и насколько они реализованы. Тем самым мы будем все-таки побуждать, наверное, лиц, принимающих решения, к сотрудничеству с гражданским сектором, потому что зачастую в гражданском секторе очень большой потенциал экспертного сообщества. И вот все-таки я уже ушла за число 3, да, еще одна очень важная, мне кажется, мера – это обеспечить все-таки доступ к зеленым технологиям и финансам, потому что зачастую у нас население просто не имеет возможности адаптировать свое хозяйство, допустим, там то же самое капельное орошение внедрить или какие-то засухоустойчивые культуры, потому что у них нет этих, допустим, дешевых зеленых кредитов. То есть это очень такой большой пласт работы, работы с национальными банками и так далее, и так далее. Но это очень важный такой объем работы. Все. Спасибо. Спасибо большое вам за ваши рекомендации. Анвар, пожалуйста, вам слово. Что вы рекомендуете? Три самые важные, о которых еще не говорилось. Спасибо большое. Действительно, в этом плане отметили особенно направление науки и, скажем так, образования. На наш взгляд, в этом направлении, я думаю, что именно применение моделирования климата. У каждой страны есть определенные модели, по этим моделям работают, но применение этой модели и в дальнейшем составление прогнозов в будущее для принятия решений, они являются важным элементом. Также в повышении уровня квалификации специалистов всех секторов, которые, скажем так, занимаются вопросами, связанными с принятием мер по адаптации изменений климата. Так как вопросы водные ресурсы являются наиболее, скажем так, остро уязвимыми, поэтому комплексный подход применения моделей, связанные с использованием водных ресурсов в области энергетики и ирригации, это является важным будущее безопасности в использовании водных ресурсов. Ну, я думаю, что и некоторые вопросы, связанные с, скажем так, ирригационной системой и вопросы зеленой технологии, зеленой инфраструктуры, также развитие меры получения системы разведения скота и, скажем так, вопросы, связанные с землепользованием, лесоводством, все эти вопросы комплексные в направлении сельского хозяйства и водные ресурсы, они взаимосвязаны. Поэтому принятие мер, они являются наиболее оптимальным решением для
снижение, скажем так, воздействия на природных ресурсов и принятие адаптационных мер в области использования, рациональное использование природных ресурсов является важным. Спасибо. Конечно, спасибо большое. Тимур, вам слово. Ну, наверное, из того, что еще не говорили, наверное, я бы сделал такие три со своей стороны рекомендации. Первое – это, конечно, развитие возобновляемых источников энергии плюс энергоэффективность, потому что это очень важно, в том числе и сокращать использование, да, энергетических ресурсов, в том числе, которые, да, с ископаемым топливом связаны. Это раз. Очень важно сохранять и восстанавливать наши естественные экосистемы, потому что именно естественные здоровые экосистемы, они играют первостепенную роль в поддержании вообще и климатической стабильности, и в том числе благосостояния жителей всего региона. Это второе, но из того, что, наверное, еще не говорили, и что можно было бы упомянуть, это очень важно расширять и укреплять региональный диалог и сотрудничество в области как климата, так и охраны окружающей среды. И тут мы можем говорить, что это должны быть и какие-то договоренности, да, на региональном уровне, какие-то соглашения, какие-то совместные программы, исследования, которые бы не только как бы помогали развивать региональное партнерство, но и в том числе формировали добрососедские отношения между странами и расширяли доверие между странами. И тут очень важно в том числе помнить об Афганистане, которая очень часто выпадает из диалога. Спасибо. Спасибо большое. Очень важные рекомендации вы дали. У меня еще есть такой вот вопрос по поводу того, что я, например, не припомню на своей памяти, когда бы лидеры наших государств собрались бы именно по какой-то, ну, на какой-то форум стран Центральной Азии, связанные именно вот с экологией, связанные с изменениями климата. Наверное, возможно, уже пришло то время, когда нужно инициировать им и давать такие рекомендации, чтобы они встречались именно вот по этой теме, по этой тематике. Потому что то, что вы говорите, это очень важно, и мы все взаимозависимы. Это было бы, наверное, очень хорошо. Я хочу напомнить также о своей просьбе дать нам обратную связь по ссылке в чате нашего мероприятия, заполнить форму и ответить на несколько вопросов. Это поможет нам улучшить работу в дальнейшем. Наша экспертная встреча подошла к концу. К сожалению, Саид Расул Сангинов, он занят на какой-то конференции, и мы не услышали рекомендации от него, но, скорее всего, я напишу ему, и он напишет рекомендации, я это отмечу в своей статье. Я очень хочу поблагодарить вас, уважаемые эксперты, потому что иногда кажется, что только вы стоите на страже, вот экологи, работники метеослужб, только вы стоите на страже вот той проблемы, которая происходит. Вы говорите о том, что вот Зоя сказала, что наш регион, он как белое пятно. У нас очень много проблем, но об этом никто не знает, да, вот на глобальном уровне как бы мало знают и мало придают этому внимания. Я надеюсь, что наша экспертная встреча будет не последней, и будем вместе с журналистами, гражданскими активистами, вместе с сотрудниками государственных органов восполнять эти пробелы, постараемся, да, и я хочу поблагодарить вас за вашу экспертизу и за вашу работу, за то, что вы делаете. И напомню, что с нами сегодня на связи были эксперты из Казахстана Людмила Петрова, Зоя Кретова из Бишкека, из Душанбе, Анвар Хамидов и Тимур Идрисов, и Саид Расул Сангинов из Ташкента. Модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова. А больше аналитических материалов по той и другим темам вы можете найти на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.asia. Спасибо.